Ребята, всем привет, с вами Александр, мир юрского периода, а точнее даже кайнозойский мир. В общем-то, сейчас мы приступим к этому бою, но перед тем, ребятки, не забудьте подписаться, кто еще не подписан, на канал Злобного Мишку. То есть у нас уже лето закончилось, а значит время трудиться, и видео выходят у нас теперь очень регулярно, как и раньше. Так что переходим и подписываемся. Ну а мы продолжаем. Итак, у нас это кайнозойский турнир, где у нас супер вкачанные кайнозои. Да, вот такой вот Дедикурус, Синоцератопс хочу его назвать. И Индрик. Зверюшка по имени Индрик, да? В общем-то, близкий родственник Уртинотерия, да? Уртинотерия. Да. Ну, ассоциация с Атриумом. Так, ну давайте вот. Вот таким вот попробуем составом пройти. Не знаю, получится, не получится. Все зависит от того, как противник себя поведет. Я все-таки рассчитываю на то, что он, наверное, подменится все-таки. В общем, просто если он два сейчас ударит, то мне хана. То есть мне полюбасу нужно ставить защиту. Хоть так, хоть так. Противник у нас подменился и не проатаковал. Так, у меня атаки, в принципе, хватит, чтобы его пробить, потому можно защиту не ставить. Атака на все три. Это хорошо. Так, ну теперь мне нельзя потерять Гиенодона, потому что именно Гиенодон должен пробить Дедикуруса. Блин, это было обидно. Выдержу ли я или не выдержу, вот в чем вопрос. ...1600, да, 2-2 должен выдерживать. Значит, все шоколадно. Давай, атакуй и умри. Вот что-то он решил всего лишь на 2 проатаковать, 1 балл приберег. Но вот эти зверюшки мне очень нравятся, как смешно они хрюкают. Напоминают мне хрюков из игры Halo. 3 я пробил и 1 балл переносим. Так что, ну, мамонт у нас должен разобраться с Энрикотерием без проблем. 1500, но ему нужно бить на 3 из 5. А смогу ли я его пробить за 3? Вот в чем вопрос. Ага, у меня будет 5, а у него 2 в защите может стоять. Да, ну, должен пробивать за 3. Раз, два. 5664, йо, на тоненького, ребята. 20 баллов. Не, 40. 40 баллов. Нас разделило. Ух. Это было непросто. Готово. Так, ну что, помчались дальше. У нас там турнир на Гасторниса, да? На кого там у нас турнир начался? Гасторнис, да. Так, что у нас? Мегатерий, сумчатый лев. Вот, короче, очень мне не хватает... А где мой Уртинотерий? А, ну мой Уртинотерий, конечно, где-то в жопе. То есть, ну... Ага, так, и у него очень мало жизни. 2 косаря, блин, ну это его пробьют. 700, ну, еле-еле он тут может что-то выдержать. Он подменится, скорее всего, на сумчатого льва. Значит, его должна встречать Титанобоа. И кто? И... Таликосмил. Так, давайте сейчас еще раз прикинем. У нас Уртинотериум, он подменится на сумчатого льва. Сумчатый льва пробивает Титанобоа. Короче, расклад такой же, как и был в прошлом бою. Давай, Уртинушка наш. Уртин Аба. Из Монголии. Ладно. Он сменился. Ай-яй-яй. Хотя, если он сейчас нас проатакует, в прошлый раз он нас не проатаковал, а теперь тоже не проатаковал. Отлично. Но это не значит, что в третьем бою будет точно так же. Он еще и балл один защиту поставил. Что за ересь? 2 балла атакует на 1. Вот это плохо, конечно.
потому что он нас за один легко пробил. А мне придется бить 3. Представляете себе? Целых 3, потому что я его за один не пробиваю. 3, раз, 2. Но ничего, ничего. Наш ленивец нам не страшен. Но титанобоу терять ни в коем случае нельзя, потому что Таликосмил не пробьет Мегатерия. 3, он сменился на 2. И атакует на 1. Выглядит прикольно. Чем мне нравится, как титанобоу смотрится против Уртинатерия. Раз, 2, 3. Ну, в общем, мне классно, мне нравится вот Уртинатерия. Что-то вот, ребятки, вы как-то не особо вот посмотрели видосик с прокачкой Уртинатерия. Так что, вот, кто не посмотрел, пройдите, пересмотрите. Там полезная информация про него есть. А просмотров оно набрало сейчас не особо много. Так что, давайте наверстывать будем упущенное. Уртинатерий классно смотрится на арене. Ну что, Ураборос, недоразвитый. В атаку. Сожри его. Как ужик жабку. Кто понял, о чем, ставим лайк. Так. Ну, все по маслу пошло. Все прошло по маслу. Остался у нас третий бой. Тун-тудун-тудум. Так, а третий бой у нас просто легкотня. Блин, я сохранил и Брантотерия 40-го. И Гасторниса. Берем Гасторниса. Он полюбасу подменяется. А там пойдут вот эти вот ребята. Хотя даже, мне кажется, Мамонт будет поинтереснее. Ну ладно, давайте так пойдем. Ладно. Ну вот смотрите, Уртинатерий реально круче как-то смотрится, чем Индрикотерий. Ну может это мне просто так нравится. А смотрите, какой Динотерий крохотный. Динотерий просто малютка. Ну Гасторниса у нас здесь только для одной цели, чтобы умереть. 2 из 3. Ой, такой взял, просто, как говорится, сел в лужу. Есть такое выражение, да, когда что-то сделал плохо, короче, потерпел неудачу. Вот у нас Гасторниса проигрывает именно таким образом. Так, ситуация не очень прикольная. Ну, в принципе, 5000 мамонта позволит ему выдержать атаку Индрикотерия, потому что у Таликосмила-то маловато будет. Значит, нам нужно что сделать? Посидеть в защите нам нужно. Я думаю, он поставит что-то в защиту. По-любому, 1 балл. Это не очень хорошо. У него 6, 5. Он за 5 может и пробить. Он опять оставил себе 2 балла. Так, ну это вам уже надо пробивать. Чао, какао. Поставил снова 1. У него будет на следующий ход 5. И там даже более мощный Индрикотерий нас ждет. Ага-га-га. Так, ну на этот раз он на все 6. 6 почему-то я думал, что у него 1 балл, ну ладно. Главное, чтобы он все потратил. И наш Таликосмил. Таликосмил. Тали-тила. Ну, короче. Ладно. Тили-тили тролливали. Надо как-то его так запомнить, что это у нас тили-тили. Таликосмил. Вот так вот. Ну, очень даже пригодился, да? Несмотря на то, что он 30-й, вот я его не так давно создал, у него самый сильный удар, ну, не считая своего 40-го сородича. Джунгариптер, кстати, который у нас летает в Jurassic World Alive. Да. У нас здесь уже 7 баллов, 20 дней. Ну, как видите, нужно сколько набрать? 28. То есть нужно больше, чем один турнир в день выигрывать. И давайте тогда мы сразу пойдем вот сюда. Давайте пойдем. Возьмем вот так.
Ну, это труда не должно никто составить. На этот раз у нас здесь все как бы по-культурному. А то прошлый раз, помните, там было... Где нужно было травоядными... Не, это был другой турнир. Там, травоядными пробить... Не, это было среди редких, по-моему. Или супер редких, короче. Там, где было что-то невменяемое. Так, манолафозавр. Потерпел поражение от тапиялозавра. Тупуксуара. Всякие там тапежары. Ну, я называю динозавров, птерозавров с этими гребнями большими. Так. Ну, как-никак, а турнирчик. Я как бы там особо не напрягаюсь, чтобы пройти битву титанов, но... Но все-таки, да, по возможности мы ее пройдем. Давайте даже вот так вот возьмем. Не, все-таки вот так. Специально возьму травоядного, чтобы было по-другому. Не скажу, что было бы легче или сложнее. Здесь все, в общем-то, просто. Ой, вообще-то с одного удара взял, съел его. Да. Так, ну перенесем наши баллы на пахика. Кстати, оказывается, что он же у нас получается пахицератопс, родственник пахигалозавра. Да, и кстати, очень похожи они гребнями. Прикольно, если нацепить голову пахицератопса на пахигалозавра. Ну и там только правда зубы дорисовать. Будет забавно. Получилось бы прикольно. Ну и в общем-то вот так вот. Отлично, 8 баллов, осталось 20 дней и 20 турниров нужно выиграть. Ну вот у нас есть тут парочка турниров только для обычные. О, скоро освободится, хорошо. Так, чё по классике? Такого мы не хотим. Ну, мясо у нас, в принципе, сейчас есть. Особо, как бы, париться не стоит. Но, как всегда, монеты меняем на баксы. Это каждый день. Это святое правило, ребята. Баксы наши, все. Вот так. Ну, а на этом все. Всем пока.